Невероятно. Не успели мы вернуться в бар после того случая, а ты снова влез в драку. Ты ничего не научился? А что я должен был сделать? Спокойно смотреть, как какой-то кретин к тебе пристает? Именно этого я и хочу. Не всегда нужно что-то предпринимать, а я не принцесса, которую надо спасать. Если ты еще не понял, ты не Супермен. Ты зря так реагируешь. Я его даже не ударил. Я просто ушел. Нет. Я увела тебя. А потом Квентин ударил его. Наверное, он у тебя многому научился.